Всем привет, ребята! С вами снова я, Владен. И сегодня мы играем в такую игру, как под названием «Пять ночей у ёжика». Это пародия на игру FNAF. И мы тоже будем начинать. Так, тут как играть? Как защищаться от ёжика, чебурашки и тигра? Если вы заметите одного из перечисленных в офисе, выключайте свет и дождитесь, когда игрушка уйдет. Как защищаться? Сейчас от кота. Заряжайте шкатулку, чтобы кот не напал. Если кот в офисе, он будет выключать свет в офисе. Кот открывает холодильник. Закрывайте его, когда будете замерзать. Так, это значит... Это типа... А, как играть? Создатель этой игры Сергей Строт. Это, ну что ж. Можете начинать? Новая игра. Ужасы оживших игрушек. Услышав весть о оживших игрушках, полицейский пришел на вызов жильца дома. На следующий день полицейский Дэвид Сморк лежал в одной из комнат мертвым. Пока обвиняемого таскают по судам, нужен тот, кто будет заботиться о котенке. Плата 15 тысяч рублей. Приходить раз в день и следить за котенком 6 часов. Оставлять достаточно еды, чтобы котенок не умер с голода. Котенок откликается на Барсика. Телефон... Тут не написано. Место преступления. Котенок Барсики и игрушки. А вот так они выглядят. Ну что, давайте начинать. Фух. Первая ночь. Вот если я пройду, наверное, первую ночь. Так, загрузка. Рука на фоне неба. Такс. Он как звонок. Слушаем. Ты же читал газету, так что ты сам знаешь, что за ситуация здесь творится. Ко мне какое-то письмо пришло насчет этих игрушек. И ты не поверишь, там было написано то, что игрушки любят играть с тем, кто находится один дома, несмотря на животных. То есть по правилам ты должен выключить свет, когда игрушки придут к тебе. Секунд на 5-6 держи свет. Ну а чем дальше будешь держать свет, то он автоматически включится и тебя ждет смерть. Если, конечно, игрушки не будут у тебя в комнате. Очень интересная фишка, не правда ли? Письмо от неизвестного какого-то человека. Что аж меня жутко это пугает. Еще в письме было написано, что эту троицу зовут Ёжик, Тигр и Чебурашка, что даже меня удивило. Нам известно, еще что-то... Хозяин дома не успел взять своего котенка Басика, но в письме было сказано, что игрушки не трогают животных, что не надо рисковать своей жизнью. Не забывай, с каждой ночью ему покупать еду и молока. Днем в это время игрушки будут спать. И, кстати, у тебя нету шансов уволиться. Ты такой сейчас... Что? Какого хрена? Так контракт надо было читать, молодой человек. Пока ты не его подписывал. Раньше 6 часов дня ты уйдешь с работы, тебя найдут и расстреляют. Ибо нефиг сваливать с работы. Что? Такая уж у нас страна. Спокойной ночи тебе и удачи. Да уж, конечно, поддержал. Получается, я отсюда не уйду, пока не выполню свое задание. Конечно, жестковато. Но придется выполнять. Ух ты, блин. Я, кажется, понял, как играть, поэтому давайте начинать. Что это такое? А, это типа шкатулки, да? Понял. Так. Замерзаю. Все, я понял. Я уже играл в эту игру. Недавно. Немножко поиграл. И немного понял. Так, тигр. Сейчас появится. Я уверен. Так. Блин. Ё-моё, все трое? А, двое там было. Блин! А как? Не понял.
я чуть не обкикался. А почему он выпрыгнул? Так вот это сейчас, конечно, не понял, но... Ну, давайте заново. Попробуем еще раз. Ладно. Я не знал, куда он выпрыгнул. И почему он выпрыгнул. Так, ладно, сейчас попробуем еще раз. Если хотите, чтобы я снял еще одну серию, то... Давайте наберем под этим видео 5 лайков. Я сниму вторую часть про эту игру. Так. Открываем монитор. Что тут у нас? Все игрушки на месте. Отлично. Снова Чебурашка уходит. Он, наверное, каждый раз первый уходит. Ага. Тигр попал. А, вот они. Ёжик на месте. Так. Чебурашка передвигается в другую комнату. Лина. Так. Угу. Ну что ж. Блин, и что происходит? Ой. Чебурашка исчез. Ой, господи. Как сейчас придет, да? А, ежик тут. Ежик и Чебурашка уже на подходе, блин. Блин. Ежик, отстань. Так, все, ежик исчез. Так, Чебурашка. Блин, а господи. Что ж вы так плаваете? Все. Два часа уже. Это шкатулка типа активируется, наверное. Вот этот тигр, он вообще как-то странно работает. Так, тигр, отстань. Ты что у него... А кто это такой? Да блин. Он не исчезает? Блин. Вот он меня в прошлый раз убил. Странно. Боже мой. Так как это работает? Сейчас. А, это и есть код. Вот это, наверное, есть код. Ну, ладно. Пробуем последний раз, и это будет конец серии. Мне кажется, я даже не попробую. Не смогу пройти, возможно. Ну, попробуем еще раз. Первая ночь. Так, будем слушать, в принципе. Сейчас вообще брошка двинется, да? Я в этом уверен, конечно. А что, почему эта комната? Вот я тут, и там пустая комната. Рядом. Это типа секретное что-то. Так, уже область идет. Ёжик на месте. Так. Хочу брошка. Ой, блин. А, вот брошка.
шмусрит. Чего, как здесь он исчез? Ура, он шел. Так. Блин, ёжик. Не знаю, как этот скот ушел. Не рад, что он ушел вообще. Так, чебурашка. Ой, блин. Ушел. Два часа. Это шкатулка, да? Я тигр, я не понял. А, вот он. Так, блин. Так, все уже выдвинулись. Тигр. Кыш. Да шо ж тигр туда-сюда, блин? Ух ты, блин. Блин, а там оба. О, господи. Ну что ж, ребята, будем заканчивать. Я до сих пор не понимаю, как это играть. Это странно. Меня этот кот вечно убивает. Кстати, это меня вроде тигру убил. Потому что там была другая анимация. Ну, ладно. Ну что ж. Вторая серия про эту игру выйдет на 5 лайков. С вами был Влада. Всем удачи и всем пока.